30 июня в селе Москальво произошел серьезный пожар. Под утро в 4:43 загорелась квартира в двухэтажном доме по адресу Советская, 54. Погибших и пострадавших нет. Жильцы дома успели самостоятельно покинуть здание. Первый пожарный расчет прибыл на место через 8 минут после сообщения о происшествии, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС. Пламя с квартиры на втором этаже перекинулось на кровлю, и огонь там распространился. По данным МЧС России, в тушении участвовали 4 сотрудника и 1 машина ведомства. 3 человека и 1 автомобиль противопожарной службы Сахалинской области, а также 2 представителя добровольной пожарной охраны. Чтобы оказать людям всю необходимую поддержку, на место ЧС выехала глава Ахинского района Елена Касьянова. В многоквартирном доме проживает 14 человек, это 9 семей, в том числе в одной из семей 2 несовершеннолетних ребенка 4 и 14 лет. Погорельцам оказана необходимая помощь. 5 семьям предоставлено жилье, 4 семьи решили жилищный вопрос самостоятельно. Из местного бюджета семьям будет предоставлена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Работают специалисты, которые оценивают ущерб от пожара, в результате которого произошло возгорание кровли. Понятно, что она будет заменена в кратчайшие сроки. Приступили к просушке квартир. Ну и те квартиры, которые сегодня выгорели полностью, а это одна, где произошло возгорание, там будем уже думать, как помочь собственнику квартиры осуществить ремонт. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре в селе Москальво. Жители, у которых пострадали квартиры, получат единовременную материальную помощь по факту понесенных расходов. Ее размер до 100 тысяч рублей на семью. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Сахалинской области. Напомним, из местного бюджета предоставят материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи.